вы бы знали, что испытывал пацан, когда за сердце девушки началась борьба. Решили встретиться, с ним пришла толпа, додумал он сам, что не видели глаза. И учащается пульс, возможно, я домой уже не вернусь. Далее слышно повышается тон, толпа на трюме зашумел район. И учащается пульс, возможно, я домой уже не вернусь. Далее слышно повышается тон, толпа на трюме зашумел район. Кому больничку, апельсиновый сок. Кого ментовку дергает мусорок. Нашли там что-то, это главный вещдок. В итоге пац, ничего не решили. Просто у кого-то были плечи шире. Просто она ходила с кем-то в кино. Ну а с другим уже встречалась давно. Вот так они головы кружат. Страдают те, кто вечно жужжат. И снова сбор, и снова будут раны. За что им нравятся так хулиганы? И учащается пульс, возможно, я домой уже не вернусь. Далее слышно повышается тон, толпа на трюме зашумел район. И учащается пульс, возможно, я домой уже не вернусь. Далее слышно повышается тон, толпа на трюме зашумел район. Началась борьба, решили встретиться, с ним пришла толпа, додумал он сам, что не видели глаза. И учащается пульс, возможно, я домой уже не вернусь. Далее слышно повышается тон, толпа на трюме зашумел район. И учащается пульс, возможно, я домой. Разбиты губы, разбитый висок. Кому больничку, апельсиновый сок. Кого ментовку дергает мусорок. Нашли там что-то, это главный вещдок. В итоге пац, ничего не решили. Просто у кого-то были плечи шире. Просто она ходила с кем-то в кино. Ну а с другим уже встречалась давно. Вот так они головы кружат. Страдают те, кто вечно жужжат. И снова сбор, и снова будут раны. За что им нравятся так хулиганы? И учащается пульс, возможно, я домой уже не вернусь. Далее слышно повышается тон, толпа на трюме зашумел район. И учащается.